Образовательная программа «Глобальное здоровье и здравоохранение» предназначена для профессионалов, которые в будущем планируют участвовать в политических вопросах в области здоровья как на местном уровне, так и на глобальной арене. У нас лучший профессорско-преподавательский состав, который имеет большой опыт в управлении здравоохранением в Республике Казахстан и признан не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы готовим квалифицированных руководителей нового поколения, управленцев в области медицинского образования, науки и практики здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения ставит цель обеспечить всех людей в любом возрасте здоровой жизнью и благополучием. Поиск решения проблем требует высококвалифицированных специалистов в области глобального здравоохранения. Мы ждем вас. Поступайте в КАЗМУ.